Карелии зарегистрирован 6-тысячный новорожденный. Главный виновник торжества, маленький Тимур Сырулев, родился в Питкяранском районе. Его рождение стало не только счастьем для родителей, но и событием для Карелии. Запоминающиеся моменты не республиканского масштаба, а личные или семейные произошли в уходящем году у каждого из нас. Сегодня мы спросили у петрозаводчан, каким 2018 был для них и каких событий люди ждут от следующего 2019 года. Каким год вот этот 2018 был для вас? Нормальный, обычный год, хороший. Как всегда, не было таких каких-то сильных стрессов, не было. Хорошим год был для меня. Я встретил любимого человека. Мы живем вместе, радуемся жизни. Как бы я-то сам из Беломорска, приехавший в Петрозаводск, вот решил просто жизнь кардинально поменять. Меня я потихонечку живу, радуюсь. Хорошая, наверное, смена работы. У меня появилась хорошая такая достойная работа. Как бы это самое главное. Потом брат приехал ко мне сюда жить, тоже хорошо, что мы все близко. Ну, как бы так. Можно сказать, сложно. А почему? Много учились. Много учились, да. Все. Поступали в школу в этом году. Поступили, да, попали, так сказать. Мои успехи, мои дети. Ну, я много где побывала, много с кем познакомилась, это волонтерство. Год был хороший, год был собаки, так что всем собачкам привет. У меня две подружки-собачки, так что все у нас было приятно и хорошо. Дай Бог маме здоровья дальше. Чего ждете от следующего года? От следующего года прибавление в семействе. Муж-то был рядом, потому что у него работа на вахте. И чтоб не было потерь в семье. Хорошо сдать сессию, экзамены. Да, закончить хорошо. Полугодие и четверть. На работу выйти. Устроиться на хорошую работу. Главное верить. Мысли материальны. А чего ждете от следующего года? Даже не знаю. Не знаю. Счастье, наверное. Чего еще? Кто-то отцом станет. Да, кто-то отцом станет. Жду еще больше волонтерских проектов разных, где смогу поучаствовать. Может, найду профессию, в которой захочу развиваться. Подарков, там, праздников. Дочку. Ну, а что еще? Больше ничего не надо, все есть. Любви большой. Здоровья, любви. Мира, главное, самое. Что еще ждать? Всем здоровья, всем тепла. Пусть Дед Мороз принесет только удачу. Пусть все будут счастливы. Да. Пусть все желания исполнятся.